Всем привет! Я продолжаю разгадывать загадки зоны в игре «Сталкер. Тени Чернобыля». Эх, чё? Подходи, сталкер! Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Так, на чём я в прошлый раз остановился? Прошёл арену. Так, чем дальше займёмся? Ну, ещё разок помянем. Хороший был сталкер. Это кому надо принести? Эх, чё? Нет, туда и не попрусь. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Видать, судьба такая. Совсем у меня испортился ствол. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Так, я что-то не помню. Вот на этот ствол. А, он у меня тоже попорченный. С особо... Ну, еще разок помянем. Нет. Ну ладно, хорошо, попробуем. Сталкер. Подходи, сталкер. Для его таких, как ты, у меня всегда ставится. Есть кое-что интересное. Нет. Ну все, это решает. Отвали. А так-то скажи. Так. Не учатся ничему некоторые, и учиться не хотят. Может тебе пригодиться. Кино американского насмотрелись, или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Ладно. Пока кишки по веткам не разбросают. Подходи, сталкер. Это такие, как же у меня всегда что-то интересное. Правда, о чем говорят. Пора мне. Или брешь. Подсказывает индикатор. Ну, если кто-то а еще разок помянем. А тут нечего. Хороший был сталкер. Не тормози, мужик. Я иду, моя информация может тебе пригодиться. Мясо такое. Блин, вы тут вообще все галдите. Я нифига не слышу самого себя. Отвали. Так, тоска. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Нет у тебя ни хрена информации, задолбал ты уже. Даже жратвы у тебя нет. Так. Здорово. Подходи, сталкер. Что ж, для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что серьезным интересное. Делом надо подкрепиться. Иди ты, еще разок помянем. Хороший был сталкер. Так, перегрузок вроде бы нет. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Чуть-чуть есть. Если кто помог. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Ты меня уважаешь? Ну, как-то так, пойдем. А, ну да, куда пойдем? Если кто помог. Пойдем за... Еще разок помянем. Стволом. Для этого тебя чувака. Тебя сюда нельзя. Так по неволе начнешь пить. Проходи, не задерживайся. Это будет очень ответственное задание. Там надо будет заодно и ученых, по-моему, выручать. Послушайте, мужики, насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем. Внимание, анекдот. Дохлый? А чё это дохлый валяется? Старые и молодые долговцы идут по зоне. Вдруг старый останавливается и что потом на помощь мирным гражданам всей планеты. Блин, так не смешно же. Ты ничего посмотреть, что ли, заодно? Сталкер, защити мир от зоны. В долг. Ух ты! Не перегруз. Так, а ну-ка. Эколог, но он, по-моему, это самое плохо защищает от пули и прочей фигни. Ну, посмотрим. Ну да, конечно. Зато от радиации. Пост
Офигенно защищает. Тяжелых вообще от аномальных воздействий. Классно защищает. Он мне пригодится. Мне кажется, не особо. Надо от него избавляться. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Сложим пока его в ящичек. Продавать не будем пока. Солдата. Проходи, не задерживайся. Если б кто помог. Комочки, да с книжкой толковой. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Выкинуть, что ли, еще что-нибудь, блин. Так, это кровотечение, и это и того 8. Подходи, сталкер. Для таких, как у меня, всегда есть кое-что интересное. Неохота мне их выкидывать. У меня перегруз, блин. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Значит так. Гранат будем носить по 3. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Кусок бы мяса такой. В том числе подствольно. Здоровый, чтоб прям с вертела. Скворчащий, сочный. Все. Теперь можно носиться. С максимальной скоростью. Практически без усталости. Итак, на всякий случай сохраняемся. Пошли. Тишина. Волкодав, у нас гости. Вот уже и не тишина. Что с ним будем делать? Ты что, не знаешь, что с свидетелями делать? Попробуй со мной что-нибудь сделать. Без шума и пыли. Понял, сделаем. Блин. Чего так может? Падает и убил уже давно. Вот так. Все вроде пока, да? Опс. Один живой остался. Подраненный. Ну, походу, что да. Ага. К черту арты.
стреляете, да, вот птичку. Морда офигевшая. Так, чё у тебя? О, у меня с аптечками недобор немножко. Так. Держи аптечку. Так, тут я чувствовал с прицелом. Ладно же. Так. А глушака ни у кого случайно нет? Нету. Ну еще один прицел себе возьмем. Итак, все. Аптечек у меня комплект. Блин, жалко такие арты бросать. Но я же, блин, не трактор. С собой такую массу носить. О. Итак. 27, 18, 36, 27, 36, 41. Этот. 50, 50, 50, 40, 50, 50, 30, 30. Этот превосходит только по взрыву и пулестойкости. Ну, значится, к черту этот. Так, блин. Ну, можно выдвигаться. К вам близко какой-то сталкер. Он, похоже, перестрелял в руки снайперов. Будьте внимательны, идет отмена. Волкодав, я не понял. Он что, один перестрелял наших снайперов? Готово. Да. Отправь пару ребят прикрыть ваши танки. Так, надо бегом, бегом выручать ребят, иначе им скоро там кранты придет всем. Так, куда долбанулся этот с вышки? Вот и все, нету вашего вертолета. Так, где твоя сейчас пушка? Сейчас вы получите, крыть и правительство. Она случайно мне не пригодится? Что наверху осталось. Ну ты, блин, даешь. А вдруг у тебя какая-нибудь хорошая пуха была? Вроде же она падала, а? Только куда, непонятно. Ладно, некогда мне. Некогда разбираться мне с этим. Бежим на помощь. Сталкер, помоги! На нас напали наемники. Половина наших людей погибла. Помоги нам, мы в долгу не останемся. Помоги нам пробиться через засаду возле завода. Я тебе скинул координаты. Будь осторожней, волкодав с головорезами возле... Так,
тут еще? Где, кто, чего? Вылезайте. Так. Не, ну я сперва всех обыщу. Потом будем разговаривать. Стоп, я, по-моему, один пинт использовал. Ага. Кто это сказал? Ух ты, какие патрончики тут лежали. Интересно, с кем ты тут разговаривал? Так, это мне пригодится. Да, несомненно. Так, я все трупаки обыскал. Или как? Вот этого не помню. Так, заранее, наверное, зачистим будущую дорогу. Вау! Сколько у вас там? О, черт! Откуда он стрелял? Блин,
Дайте мне патронов русских. Как я еще живой остался? Вау! Ствол все клинит через раз, блин. Патронов очень мало. Походу придется мне здесь с ними попрощаться. Да ничего, продержался. В хорошем состоянии ствол. Блин, правда, скорострельность у меня не такая, конечно. Нет. К черту. Не буду я пока брать буржуйские стволы, пока из-за этого хоть как-то можно стрелять. Где этот чертов тайник? Почему-то я его не вижу. Вот он. Давай проваливайся, чё, блин. А, вот здесь можно пройти. О! Классный артик, слушай. Значит, пока меняем вот этот на этот. Все ничего хорошего. А у тебя тоже ничего. Ну и ладно. Ну все, пойду к ученым. Так, вон там еще есть тайничок. Блин, мне патроны нужны. Колючка, блин. Нечем будет защищать Круглова, если я патронов не раздобуду. Черт, неужели придется мне выбросить свою красивую куколку. Земля, она может и пропасть. Я вот не припоминаю, здесь ученые пропадают вообще. Давай ученого ее выбросим, да? Рискнем. А, кстати, нет,
Надо гранатомет и прицел отсоединить. Если рисковать, то чисто только этим стволом. Вот так. И патроны в нем. Значит так, мне нужно собрать патронов. И вот такой вот стволик. В таком вот состоянии хреновеньком. Так. Че, у меня перегруз тут небольшой, да? Да, это со всяких тут кристальных колючек. У меня, по-моему, нет кристальных колючек. Будем пока его с собой таскать. Этот арт. Нахрена мне столько прицелов? В принципе, двух. Хватит, один запасной будет еще на какую-нибудь пуху. Так. Бенгальский огонь, говоришь? К черту его тоже. Аптечка уже лишняя. Ну, пока вот как-то вот так. Чтобы сильно не перегружаться. Так, смотрим. Этот не канает. Да, я в этот выложу. Пусть полежит в нем. Итак, у тебя есть патрончики? Нету. Твой ствол мне даром не нужен. Хотя, как посмотреть, у этого ствола вся фигня хуже, да? Выбросим нафиг. Ну и пусть пока без оптики. Я без оптики управлюсь. Здесь все возможности исчерпал. А вот тут еще тропачок есть. Вот с патронами. И там еще остались наемнички. Которые меня чуть не загасили.
по-моему, пока предостаточно патрончиков. Черт. Так, да. К этому прицелу еще привыкнуть надо. Так, что тут за тайничок у нас? Ух ты. Значит так. Эти мне уже вообще не нужны. За Рюшбайкой зайдем на обратном пути, наверное. Да. Стоп. А поболтать. Паукай поможем. Прицел купишь? Купишь, надо же. Может еще что купишь? Да ладно, некогда мне тут торговлей заниматься. Без патронов. Так, чувак, привет. Сталкер, помоги. Мы возвращались с янтаря, когда нас сбили наемники. Говорят, что им как скажешь, меченый. Только иди первым, а я за тобой. Да без базар. Да не ссы, сейчас остановим. Да ладно, не кипишуйте. Сейчас все сделаем. Главное, никуда не встревай. Дай хоть патроны соберу, блин. Итак. Вот тут у нас достаточно глючное место вроде. Аномалия жарко. Надо идти по одному. Так больше шансов выжить. Иди первым. Когда я увижу, что ты дошел до конца, я пойду следом. Остерегайся огненных ловушек. Их можно обнаружить по искажениям горячего воздуха. Окей. Сколько здесь артефактов?
О, я уж испугался, что это задание провалено. Так, где ты там, профессор? А, идешь. Ну давай, давай, иди. Интересненько. Ха, золотой век, говоришь? До хера вас пытался вести нас в золотой век? Где они теперь и где мы теперь? Такой задницы. Ну все, ладно. Чувак, пока. Если зайдешь к нам в мобильную лабораторию на янтаре, подаем тебе научный скафандр. Да, помню, я этот сон читал. Вот это новенькое.
все. Спасибо, все ясно.